Это не важно, знает, не знает. Важно, если ты играешь какой-то ситхи, а остальное не важно. Не, ну, порой это не важно, информация. Останется в веку здесь и только еще. Вот, например, там. Давай, Джуб, с тобой здесь. А нас тут убили. Просто уничтожили. Постреляйте СБГ, что ли? Я так вроде пальцанул. Пытаемся. А, нет. Я просто одна пальца. Да, у меня просто ракеты в меня попали, у меня очень мало. Окей, сейчас пальцанул. У меня 9 хп. Меня вообще с любого оружия убьют. Чай. Как он меня убил? У меня додж третий, он меня с первого выстрела убил. Ну кто может? Что-то вы заряд. Стар как-то неудачный умер в начале в самом. Кстати, если бы тут Мандалар хорошую ракету не выдал, то все было бы отлично. Он просто, считай, меня убил этой ракетой. У меня там 30 хп осталось. Я, в принципе, наверное, мог его слабнуть. Что-то у нас джедай не лучше, чем ситх был тогда. Опять. Хотя вон у них видели, какой ситх, и они выиграли. Потому что мы тормозили сильно. Потому что в защите. Не, ну мы тупим, тут они выиграют не потому, что они что-то хорошее. Ой-ой-ой-ой. Спасите меня. Так, ракета кончилась. Ты чуть меня не заблочил, кончилось. Давайте выходим теперь. Ну они нас крашут. Ситх не пофиг на него. Важно кто-то кого-то убить сейчас должен. Один на ситхе не так обращай внимание, как перестанет. Просто должен же его кто-то блочить, а он так забежит. Ну чё, он забежит, его в ухо запрессует сильно, не беспокойся. Бля, меня... Снайперов убивать, а не джедаев. Пусть, пусть так будет... СБД. За ситхом. Окей, тогда нужно нам менять позицию, отходим чуть-чуть. Вот ну мы, кстати, убили уже. А, ребята, давайте лучше туда. Дека сзади. Дека заехала сзади. Да Дека пофиг на нее, я ее запрессал, если что. Давайте ее. А, ладно, все, пошли. Дека сейчас. Ситх, ситх подошел. Давайте про ситха прорашим. Там СБД еще. Там СБД. Да, их там всего два. Какую-нибудь любую сторону надо выбирать и рашить. Он уже... Все, все, уже, давайте. Блин, не дошел. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, по-моему, Дека и... Пофиг, Дека, пофиг, убьем Деку, я ее запульсаю, у меня три пульса еще есть, быстро убьем. Идет, Станов. Сейчас заехала. Сзади нас. Гог еще на подходе. То, что ты близко к Деке подходишь. Сзади еще. Он последний. У меня патронов. Он последний. Красавчик. Дайку не бойтесь, ее пульсается, у нее полчаса патронов не будет, чтобы просто стрелять. Не надо обязательно сразу убивать его, главное. Пульсануть и убивать остальных. Не, ну вот кстати, сейчас, когда они нас двух сторон. Дайку нужно... порой, если запульсал, есть шанс убить, лучше сразу убить. Ну, если ты... Потом еще она... никто не нападает, просто обычно всегда. Нарко всегда все любят нападать, им нужно защищать больше, чем от остальных, чем от Деку. Я очень часто умираю, когда пульсал в Деку, все вы стреляете в Деку, и меня тут же убивают. Ну, мы, кстати, особо не стреляли, мы так. Нет, сейчас как раз... Два выстрела сделали и развернули. Сейчас будет... Ой-ой-ой-ой-ой.
Видишь, уже. Ну, это сзади. В принципе, старушка убил Деку, по-моему. Здесь ситка кушает. Да я понимаю. Старушка на себе мандалор, а мандалор без ракеты старайся, что ли? СБД убит. СБД. Чудно. Захакаем. Вам бы старушке помочь? Его там убивают в войне. На респе нашем, точнее. На нашем респе. Он еще жив. Набегай, старый. К нам на сайт. Вот, да, аккуратнее. Старов все нормально. Откуда он к нам бежит? Нет, было все нормально. Ладно, я лоу хп, если что, пацаны. У тебя вторая жизнь есть? Да, должен. Не дохни. Вы 3-3. Но у них ситх. Ничего, ничего, ситх. Ади. Адик, куда? Все отлично, 2-3. Ой, красавчик, Ади. Ага. Отходим. Ади, иди к нам. Сейчас, иди. Он, ну да, он сейчас со спавна пойдет. Ничего, все нормально. Учитывая, да, какой тучи дорж, это просто пиздец. Да нет, дорж нормальный. ПХ, короче, он мечется между мейном и сайтом, куда бежать, куда целиться. И ситх, я смотрю, да? Да. Ну, ситх... Они решили сайт пойти. Ну, вот эти, где кораблики. Но они не возвращаются. Ну, они, короче, вот в этом ангарчике туда-сюда бегают. Давайте с той стороны пойдем. Нет, туда не идем. Хакнули? Двери хакнули? Ситх внутри, в этом самом. Иди назад. Туда. Не тупите, ситх. Но он будет снайпить. Ничего, снайп. Тот же есть. Это Гог. Который может быть тот же. Чуть не подставляйся, а ты не должен. Да, я понял уже. И чудом... Где он, с какой стороны, скажите? Слева. Отлично, один там попал. Гогу убил, хорошо. Хорошо. Один. Хорошо, звук. Только сит. Без форсы. Как эти? Он просто будет убегать. Все просто вообще. Что же мне пинг такой огромный? Я не знаю, мы, по-моему, уже не на раунд. Я вообще бы играл не на раунды, а на отработку какую-то. Мы вон за импов сосали, только что-то начало получаться, и все, меняемся. Да просто Пепси виноват. Пепси, за ситха вообще ничего не делал. Я так зашел за ситха, только 3 раза пушнул, все, мы выиграли почти в ноль. Так, я сейчас попробую снайп. Ничего. Блять, меня каждый ебаный раз квартит вот здесь вот ракеты хуярит. Боюсь подходить даже. Надо чуть-чуть. Давай я подойду. Разрозненно идти, чтобы одной ракетки двух не было. Чисто. Как в доте, чтобы под чем-нибудь не попадать. Под это. У Магнуса. Да. Прошанем их. Но она меня не задела ракетой. Да она никого не задела. Все, ладно, дальше. Она меня сильно задела, но это надо. Назад, надо захакать. Входим, пацаны. Захакаем. Я отхожу. Так, старушке нужно помочь. У него СБД и солд. Ага, сейчас. Да. Давайте, они пока не... Я через ангар. Забывайте, сзади манда будет. Там все здесь. Манда и сик сзади будет. У них нету деки. Я пока смотрю. Мандалор с ангара. Тут остался только ситх. Мне нужна палата. Бегай, ты толстый, ты можешь помогать. Бля, Стар бегает, я вообще боюсь стрелять. Стар, ты очень сильно мешаешь. Вот, да. Вот об этом. Я вообще не могу стрелять, когда Стар так бегает. Сзади ситх. Он 2 раза. Нужно было рашить, когда на меня они отвлекались.
Ну да, ну что-то не пройдешь, ну, просто не захватывай. Блин. 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 Да связь нужна, связь. Без связи очень трудно координировать действия. Я возьму клона, потому что... Ну, вообще, них... Стар, как, вот так вот возле двери не бегай. Ты либо прям по центру ровно... Либо ты уже выбегаешь туда, либо ты сидишь внутри, да, душаешь. А то ты бежишь вперед, бежишь назад, бежишь вперед, бежишь назад. Там тип стоит, я могу стрелять, но я знаю, что я просто тебя в хэдшот убью. Просто ты фактически перекрываешь линию обстрела абсолютно всем своим союзникам. Да, он знает. Стой, не открывай. Отходи назад, что ты в одиночку все бегаешь? Хоть разок с нами выпадет. Покажи ты. Ой, блин. Надо тут прятался. Убил меня сразу. Я двух на себе держу. Бать. Бейте его. Я касаюсь сольно. Один. Она хоть не помнит. Он там сидел и спал. Надо всех убил. Роман. Ну, Стар, там мы не знаем, что там. Там Манда, где сидит. Они нас просто убивают. Ракету пускают, сразу всех убивают. Давайте все тогда через мейн ломанемся налево. Давайте через мейн, на самом деле. Через мейн налево. По старинке, слева пойдем. Ну, то есть, когда они тебя рашат, мы пошли, и нас ракеты сразу убили всех. Фактически. Сразу налево уходим, налево. У меня чуть как вот. Ничего, у тебя вторая жизнь, ты нажимай. Справа Мандалор. Ты слева, где ты? Направо забивай, Стар, не иди направо, нас там нету. Не через мейн. Где-то убили, да? Солда убили, про это не знаю. С БД надамажили. Присоедините. Я их поразвлекаю, вы попрессуйте же, да, если можете. Он отходит в сайт, уже не присанем. Сик там сзади, вот есть чай. А где сик сзади? Поглядывайте сейчас. Я поглядываю, не переживай. Ади, не рашу его. Я не рашу, я его... Можешь его блок? Нет, он издалека он вернулся. Блин, чёрт, вот вверх. Блин, да что ж такое, я творю-то? Рашьте, за джедаем, рашьте. А, у нас джедай. Блядь, джедай один там. Давай тогда пошли рашить. Гога нет. Это не нужно читать слева, вверху надписи. Ну, на всякий случай. Я его... Мы сайды не обстреляли, так что... Да, мы сайт. Рашьте. Давайте я выйду. Сик без фарси почти. Бля. Ситх труп. Кто остался? СБД тут. СБД, да, еще. СБД на сайте. Он один уже котик. Да.